Какие его встали на работу? Прочно встали? Сегодня встали, завтра прочно. Фельдшер Михайлов здесь? Приема еще нет. Скажите, пожалуйста, что я из Тифлиса. Миша, это к тебе из Тифлиса. Басу! Входи, входи, Басу. Ну, Басу, как дела? Оберкондуктором на 21 номере. Прибиваю в Баку 7.40, отбиваю в Тифлис 11.30. Моя жена, Лида. Миша мне про вас много рассказывал. Чего про меня рассказывать? Про меня не от чего рассказывать. А вот про вас я расскажу в Тифлисе, какая у Миши жена. Тебе письмо. Ну и погодка у вас в Баку. Лида, дай Васу чаю. Чаю? А вина у нас нет. В аптеке есть. Давайте из аптеки. Николай Николаевич серьезно заболел? Вероятно, придется переварить ему климат. Хотим у вас открыть винный погреб. Из Рога пил, из Бурдюка пил, из Горсти пил, но из такой штуки первый раз. Поднимаю этот, эту... Одним словом, началось. Я пью эти 250 грамм вина за наш рыльсковый погреб. Провала Жамьер, провала, провала Жамьер.
деньги получим. У меня дедушка был. Мне сказка говорил. Жил давно-давно такой волк. Узнал волк, у пастуха овцы пропали. Перешел волк к пастуху и плачет. Ах, как мне тебя жалко! А пастух был умный человек. Он волку говорит: иди, иди, честь, тебе не меня жалко, тебе, волк, тебя жалко. Уйди, пожалуйста. Правильно? А ну, Михаил, давай. Забастовка? Забастовка тебе нужна? Татарская морда! Чебей около! Господин мастер! Да ты ему еще в ножке поклонись! Ну, стой, я тебе говорю! Бросай! Bugün düz 14 günlük zabastovkadır. 14 gün nedir? Ben sen ara 30 gün oldu. Ele de olmalıdır. Tabii onlardan da diyelim işte. Biz de. Biz bunu gözlüyoruz. Ele de olmalıdır. Neyse hiçbir şey demeyeceğine. Biz gelelim. Çalışma lazım. Sağ, sağ ol. Bacardığımız kadar gelelim. Zabastovkaya. Hatta her şey karışmalı. Selamun aleyküm. Kardeşim. Здравствуй. Заходи, заходи. Маленький праздник сегодня. Когда родился сын, я слово дал. Каждый год угощать своих друзей. Вот уже шестой раз. Увесил батьку. Как зовут? Курбан. Курбан зовут. На. Расти большой. Плохо ему без матери. Плохо. Садись, гостем будешь. Всем нам не жизнь, а уж вашему брату мусульманскому рабочему одна мука. Захарич, ты же... Sizin doğrusun diyendir. По-русски понимаю, только говорить не умеет. Просит сказать,
тебя знают, очень рады видеть. Ащи, без мусульман джада билерики. Ай, здорово! Ай, здорово! Вы, Ротвер, хочешь я отстану? Хочешь я отстану? Сядьте. Митяй, сядьте. Армяшки такие, стянуть норовят. Лупи его, лупи, лупи. О. А теперь ты его, вся татарва, разбойники, лупи. О. Вот так вот. Голодьба развеселится, до ножей дойдет. Дикая на. Господин управляющий. Да? Мальчика моему голову разбили. Нет. Фельдшера нужно. Ты бастуешь? Бастую. Для забастовщиков у нас нет фельдшеров. Ступай. Очень прошу. Я сам. Видели? Господин Ротмистр, татары бастуют. Ясно. Все он, Ванечка. Ванечка? Что это такое? Ванечка? Партийная кличка. Так арестуйте его! Легко сказать, арестуйте. Для этого надо знать, под какой он здесь фамилией. Он связан с Тифлисом, с закавказским центром большевиков. Мне мешают забастовки, а большевики, меньшевики мне в данный момент безразлично. Далеко не безразлично. Ни в какой момент. Бисмиллахи рахмани рахим. اللهم صل على محمد وآل محمد إنا أنزلنا في ليلة القدر أشهد بالله شفت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hay tat mı tat? Koy.
Кеч, бала, кеч. Хорошая песня, Джафар. Я ему пою, как будто мать поет. Когда станешь большим, сильным и храбрым, никогда не забывай тех, кто помогал тебе и твоему отцу. Так, понимаю. Ну, завтра придешь ко мне за мазью. Обязательно приду. Поправится, Гурба? Поправится. Он у тебя парень здоровый. Прощай, Джафар. Так разукрасил. Помощник мой. Татарская морда. Красота. Семь цветов радуги. Левым глазом не вижу, правым ухом не слышу, и шею повернуть не могу. Действительно. Спухло. Да. А ведь татары не хуже русских бьют, а? Игнатий Трофимович. Ну что ж, прикладывайте специальную примочку.
Забинтуйте, сестра. Мне бы медицинское свидетельство. Какое? А как же? На предмет получения наградных пострадал за веру, престол и отечество. Такое свидетельство выдает только полицейский врач. Не дадите, значит. Мой вам, Игнатий Трофимович, медицинский совет. Уезжайте вы отсюда по-добру, по-здорову. Забастовки могут еще повториться. Мое почтение. Ваш лекарство. Последующий. Ну так, знакомьтесь, Пасо. Упарюсь ожидаючи. Захарыч. Ну, пойдемте, товарищи. О! Командир Батарин. А ну, Лида, на вахту. Прошу, товарищ часовой. Я привез из Тифлиса директиву Кавказского комитета. Ну? От Кобы. Ну-ну. Наш путь от забастовок к вооруженному восстанию. За делом. Усилить организацию боевых дружин. Нужно вывести пролетариат на улице Бакова. Помните Ленина? Демонстрация будет восстания. Необходимо беспощадно ударить по меньшевикам, которые болтают на борьбе, а сами боятся их, как черт ладно. Гады! Учора сорвались за постовку Тагиева. Но ничего, мы справимся. Подожди. Коба спрашивает, как идет работа среди мусульманских рабочих? Передай Кобе, что теперь они к нам идут. Царенко, рыбе. В чем дело, Игнат Трофимович? Голубь.
Любушка, сестрица, пришел за мазью. Амбулатория закрыта. Как так закрыто? Все равно добьюсь. Не беспокойтесь, Игнатий Трофимович, садитесь здесь. Я сейчас вынесу. Вот так-то лучше. А картуз? Черти! А как же картуз? Что необходимо для победы революции? Нужны три вещи. Первое – вооружение. Второе – вооружение. Третье – еще раз вооружение. Самодержавие, вооруженные восстания, полицию, говорит, взорвем. Коша халлар янахтады, изинде халы яшыды. Коша халлар янахтады, Юзинде халы яшыды. Эждерхана киден кеми бэнд олур, Кайдыв келэнде юкю кэнд олур, Бала кэнд олур, Гюлюм кэнд олур, Мэмэ кэнд олур. Кызларын гюзэли гюзэ бэнд олур, Бала бэнд олур, Гюлюм бэнд олур. Здравствуй, господин Вастер! Салам! Демонстрация всколыхнет город. Миша. На улице полиция. Бежать должен ты один. Лида.
Фельдж нема. Так и рвет. Так и рвет. О, світу не бачу. Сорок и две десятых. Очевидно, тип. Душу всю вывернула. Ой! 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 Извините за беспокойство. Ой! А! 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 Ваше высокоблагородие! Разрешить доложить. Один через окно выскочил. Выскочил? Так точно, ваше скородие. Взять. Ой, ох. От ти пригодився. Казав мені пан Куб, щоб я поженився. От на свідках не ходив, той не хочився. От на свідках не ходив, той не хочився. Вот. Ты говоришь, хорошо, хорошо. А что хорошего? Сидим? Сидим? А ты слухай. Теперь тебе нужно все знать и понимать. Первый. Сидим мы все в одной камере. А что это значит? Что следствие закончено. Второе. Улик никаких. Что? Документы у всех в порядке. Значит, по закону нас должны освободить. Закон. Конечно, полиция не очень-то соблюдает эти законы. Но мы даже не ликом шить. Сумеем за себя постоять. Особенно теперь, когда мы связались с товарищами на воле. Бач, пока что неплохо. Ну, потерпи. Потерпи еще немножко. Итак, ваше мнение, господин прокурор? Я же вам сказал. Мамедова Джафара освободить, а остальных выслать в административном порядке в отдаленные места империи. Выслать? Для судебного преследования следствие не дало никаких данных. Да, но среди арестованных находится Ванечка. Ванечка? Вы это утверждаете? Я предполагаю. Ах, предполагаете. Я прошу с сего числа арестованных числить за мной. Позвольте, на каком основании? Тюрьма перегружена. Губернатор распорядился отправить этап завтра же. Ну, а если я вам представлю данные? Когда? Завтра. Как хотите. Что ж нам ссориться из-за этой сволочи? Я смотрю на вещи проще. По-моему, подписано и с плеч долой. Ну, как хотите. Пожалуйста. На один день я задержу отправку. Благодарю вас. Честь имею планицу. Канарь.
Я вас прошу произвести обыск в седьмой камере. Да-да, у этой компании. Может быть, что-нибудь и найдем. Да, честь имею. Честь имею, господин ротмистр. Смотри. Хорошо. Очень хорошо. Только есть маленькие ошибки. Я, а не ам. И сать, мягкий знак. Да, так лучше. Ну, что, прочел? Угу. Я его хорошо знаю. С Батумской стачки на всю жизнь запомнил. Время было жаркое, як сейчас помню. Полиция хватала направо, налево, но и, честно сказать, спугались. Прибивли до его кричать, прячься скорее, скрываться надо. А он говорит, скрываться, це коли 400 товарищей томятся в тюрьме, и перш всего треба товарищей спасать. Люди дорожче всего. Стройка, демонстрацию, подымем рабочий народ, а за типографию не дуже беспокойтесь. Так вже сразу на неї не нападуть. Так воно і було. Помню, йдуть робочі, а вон у переді, ходить, тонкий, призиває товариші освобождать, а за ним народ тиші. Ось коли подумці в свою силу повірили. А как его звали? Коба. Ты поможешь мне почитать? Помогу. За такие книжки на каторгу посылай. Обыскать камеру. Казав мені батько, щоб його женитя. Бо до свідка не ходив, та й не волочився. Бо до свідка не ходив, та й не волочився. А я казак добрий, та не волочуся. Ти дівчину чую, там нічку ночую. А не молодичка, там я і дві нічки. Поки не женився, поки не журився. Ти ложкою, ні міською, ні третєю колискою, ні ложкою, ні міською, ні третєю. Колискою. А як оженився, то і зажурився. І ложкою, і міською, і третєю колискою, і ложкою. Садись, пожалуйста.
почему так много стоишь? Обыскивай. Пожалуйста. Дело переходит к жандармам. Для одного, из вас возможны большие неприятности. Ищем пути организации побега. Действуйте так же. Начальник тюрьмы подкуплен. Представляется неповторимый случай. Джимбар, завтра освободят. Что? Доброе утро. Чего, собственно, молчите?
Послушай, что я надумал. Ты пойдешь за меня. Клянусь я ни слов. И я. Пойдешь? Спасибо, Джафар. Ну, Миша ведь... Я не пойду. Пойдешь. Джафар Мамедов с вещами в контору. Да. Рассчитываете получить двухмесячный оклад за Ванечку? Вы смеетесь, господин прокурор? Полковничьи погоны? Самое меньшее. Я уже заготовил донесение в Петербург. Пожалуйста. Благодарю. Разрешите приступить к допросу? Милости прошу. Распорядитесь, пожалуйста, привести его жену, а когда я позвоню, пусть ведут его самого. Федоров! Какое это имеет отношение к моему мужу? Ваш муж? Впервые арестован в Петербурге в 1902 году, выслан на Рымский край, откуда бежал. В 1903 году арестован вторично в Ченстохове после перехода границы с транспортом нелегальной литературы. В том же году бежал из Томской пересыльной тюрьмы. В 1904 году в Екатеринославле оказал вооруженное сопротивление при аресте подпольной типографии. Только ваша откровенность может спасти его от виселицы. Одну минуту, Лидия Александровна. Михайлова, ваше скородие, в камере не оказалось. Вот все. Вы что, с ума сошли? Увести арестованную. Не разговаривать! Момент! Разве тебя не освободили? Сегодня утром пришли в камеру. Говорят, Мамедов, иди. Пока я вещи туда-сюда собирал, Михайлова увели, а я... И так остался. Ну а почему ж ты молчал? А что же я мог сказать? Начальство переводит, начальство уводит. Боже мой, какой болван! Нет, это не болван. За такие штучки каторгу посылают. Сорок один.
41. Начальника тюрьмы немедленно. Господин прокурор, меня можно домой идти? На месяц карцер! Всех! А донесение в Петербург придется переписать? Черта лысого увидишь, стена-то небо. Сюда иду. Сюда! За нами идут.
Вот права за углом. Лечу, лечу. Погнали. Погнали. Çoban gaytar kuzun oy, ay beri bak beri bak. Çoban gaytan kuzun oy, ay beri bak beri bak. Cedil değil konşuya, ay beri bak beri bak. Cedil değil konşuya, ay beri bak beri bak. Versin mene kızın oy, ay beri bak beri bak. Yar ben ölüm beri bak, ay ala göz beri bak. Pencerenin milleri, ay beri bak beri bak. Pencerenin milleri, ay beri bak beri bak. Açlık gözün milleri, ay beri bak beri bak. Açlık gözün milleri, ay beri bak beri bak. Day 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 day, day 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 day, day day. Sen misin? Царя славить. Совсем сумасшедший.
отсюда, скоты! Чупаю, сукин ты сын! Управляющего? Управляющий вышел. Надо по нюсу позвонить. Может быть, сестра перейдет? Больница! Попросите сестру Михайлову. Лида, это я, Захарыч. Руки вверх! Патроны береги. Ваше благородие, сотня прошла кишлы.
Их благородие звонили и приказали передать, что будут никак не позже, чем через час. В чем задумка? Спать хочется. Сам себе удивляюсь, как будто совсем другой стал. Старые друзья теперь меня не узнают. Сам себе удивляюсь. Почему раньше был такой глупый? Господин офицер! Господин офицер! В чем дело? Руки вверх! Три шага вперед. Господин офицер, мы приехали. Осторожней, пожалуйста. Господин офицер, мы требуем прекратить кровопролитие. Кровопролитие. Кто-то идет. Идут с белым флагом. Пусти. Товарищи, Харунжий Боголепов дал честное слово. Если вы прекратите сопротивление и сдадите оружие, вам будет сохранена жизнь. Вас тогда передадут в руки гражданских властей, и тогда мы немедленно обратимся с ходатайством. Кто це мы? Комитет Российской социал-демократической рабочей партии. Меньшевики. Да, меньшевики. Сопротивление бессмысленно. Да ведь всякое вооруженное выступление, оно будет затоплено кровью. Вы же идете на смерть.
До смерти ще далеко. Поймите, в нашей борьбе оружие не нужно. Сами знаем, что вам оружие не нужно. Но что же вы скажете, товарищ? Ну? Отвечайте же. Тут не сходка. Не путайся под ногами. Товарищ? Ну, говорите, я жду. Скажи, пожалуйста, долго ты будешь ждать? Товарищ. Какой ты человек? Почему не понимаешь? Уходи. Генерал! Отправить записку в больницу. Видите? Да. Очень нужно. Товарищ!
сейчас нет времени долго разговаривать. Здесь опять могут появиться казаки с новыми силами. Мы здесь выручили товарищи. А в новый бой мы вступим тогда, когда это будет выгода нам, а не царским войскам. А пока, товарищи, готовьтесь все. Подавайте весь народ против царского самодержавия. И когда настанет день, большевики поведут вас к решительной победе. Товарищи!
Орловизина, Лидушка. Он как огрудитель на казаков. Сообщи Убрину. Операция прошла успешно. Родная, беспокойся. Будь осторожна. Жив, здоров. Ухожу с вас в безопасное место. Скоро увидимся. Демонстрация должна состояться во что бы то ни стало. Успею быть обратно. Целую тебя, Миша. Джафар, милый. Трудно. Зачем трудно, Лидушка? Прокляли казаков. Наши везала. Ну, а как Курбан поживает? Курбан скоро всем воевать будет. Врача! Назад, здесь не пройдете. На допрос ведем. Боже, нашли время. Политика. Он разрешил устроить публичные похороны Ванечки. Правда? Он потребовал, чтобы похороны происходили в полной тишине. Без музыки, без гей. И уступки. А такие уступки подрывают авторитет. Разве?
Забастовка, ваш сокородь? Немалый успех, что мы покончили с Ванечкой. Вы думаете, покончили? Вы че? Знаете? Вы знаете, Рост? Говорят, вы шли в Баку?